Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. В прошлой серии мы, в принципе, проходили задание Триад. В этой серии займемся все-таки поп-звездой. То есть заданиями за полицию. Ну и что же, собственно, мы получили новую способность, я там подобрал еще одну статуэтку, надо будет ее завести. После встречи с Тиффани, вот, точнее после свидания с ней, мы получили способность видеть статуэтки на карте. То есть теперь возможности собрать их все многократно увеличились. Так, давайте запаркуемся где-то тут. А то как в прошлый раз, опять менты привяжутся. Подождите, поп-звезду. То есть, а моя машина не подходит для этого дела, да? Надо, блядь... Ох, господи, все, ладно. Какая разница? Ждем. Ну, блядь, наконец. Мы ж один, блядь, оперативник на весь Гонконг, который занимается наркотиками. Все, блядь, больше никому нельзя дать это задание. Едь, блядь! Подозрительный ты наш. Хорошо, что хоть на светофорах ты не останавливаешься. Очень увлекательная миссия, как для начала серии, особенно. Слежка. Очень любил это в мафии, просто капец. После поездок по городу, полуторачасовых слежки на машинах, это был просто любимейшая миссия. Все-таки, а как игра преображается, когда дождь идет? Мокрый асфальт, следы от колес, капли эти. Вообще, город совершенно по-другому выглядит. Тем более ночью, когда это все вывески светятся, все это настолько красиво. Вот как вы видите, у меня на карте отображается серенькая статуэтка. То есть уже, в принципе, могу поехать и забрать ее. Но есть такие, что находятся и на квестовых локациях, которые открываются именно в момент прохождения. Все нормально, я кур везу. Все в порядке. Бля, слишком близко. Не спалился, надеюсь, хоть? Не, вроде нет. Так фары потуши, ёпт. Кто едет такой с прожекторами включенными. Переоделся уже даже. Окей.
Статуэтка, видите, мигает. Надо будет забрать ее. Ну что, пацаны, давайте. Я, в принципе, готов. You got the money? You got the stuff? Let me see the stuff. Of course I got the stuff. You think I come to a drug deal without drugs? My shit is the best. Check it out. Все, зафоткал или как? Я, короче, там так беспалевно спустился, но окей. Ну, надеюсь, на ноже видно, что он там наркоту употребляет. Ну окей, вроде подходит ему товар. Ну ждем, хули. Идите к охраннику, чтобы уговорить его пропустить. Fucking bitch. Sure. I can't do that. Can't do that to me. Hey, what the fuck are you doing down here? I live here. I gotta sleep. Get to boat. Drunk. Get out of here. Oh, come on, man. Come on, man. I gotta. Бля, хорошо играешь. Oh god, that's disgusting. Oh shit. Красава. Вообще. Мастерство. Копа под прикрытием. Five keys. 50,000 each. Bullshit. 10 keys and 35. You're a cheat. My stuff is worth twice that. These are old friend prices. I'm not your old friend. 35. You bring me all the way out here to waste my time? Am I some Taiwanese street merchant? Smuggler Hong doesn't hack. Oh? No. 50. Maybe I'll scratch up another 5 keys for you by Tuesday. 40. Fuck you. 48 or I sell it all at 18K. They don't got a problem paying. Я пытаюсь. Как это нет контактов, сука? Позвоните Тен. Нет контактов, пишет. Отвечаю, пацаны. Я стараюсь. Тен. Окей. Ну я думаю, я смогу уйти без... Вообще без проблем. То есть вот так вот, да? Прижали поп-звезду. Теперь у Сан-Он-И всего лишь один поставщик остался. Так а чё? Я бы взял нормальную машину, а не... Окей, ладно. А не этот, блядь, бусик с курями. Ну, видать, это служебная машина. Hey,
Really, cops? Great. Чё, блядь, серьёзно, нахуй? Oh, wait. А что я сделал? Пошёл в жопу! Нафиг пошёл! Вау! Не рассчитал. Куда ты поворачиваешь, мать твою, так? Господи Иисусе! Пошел нахер на своем мотоцикле. Я от него избавился? Нет, не похоже. На, блин. Всё? Нормально распедалил курочки. Не переживайте, все будет нормально. Доедем в лучшем виде. Стоп. Там были деньги. Ничего не знаю. Все, поехали. Еще там, наверное, 50 штук поднял. Ну хорошо, тут парковка, в принципе, рядом. Так что до дома я доберусь все-таки. Да, запарковали служебную машину. We've charged Popstar and his top lieutenants. Conspiracy, trafficking, possession, and murder. He'll get life. And we've seized what looks like an entire month's supply. Thanks, Wei. You've done more to stop drugs coming into Hong Kong than half the narcotics squad combined. Okay. V400, одежда для грязной работы и смерть инспектора. А, он пристрелил инспектора? Заебись, повезло мне. Уинстон, немедленно приходи в ресторан. Окей, как сказать. Пошел нахер ты, мудила, блядь, не кури возле алтаря. Днина. Ёб твою мать. Извини, мужик, я не знал, что так будет. Ну ладно, чё, тогда давайте-ка, в принципе, сгоняем к Уинстону. У него там что-то срочное, походу. Тут денег нету. Наверное, какое-то срочное дело у Уинстона. Он просто так бы нас не звал. О, давайте-ка заедем еще за тачкой. Может, еще нормальную машину присмотрим? Секундочку.
все, продолжаем. Не дают мне сегодня спокойно записывать. Просто, ну, всем что-то надо. Зачем? Зачем меня отрывать именно сегодня? Сегодня выходной. Что тут за тачки у вас? Окей, давай посмотрим, что предлагаешь на продажу. Это кто-то из вас? Кто продает машины, блядь? Или я на миссии, походу? Да, похоже, я на миссии. Короче, из-за этого я не могу покупать машины. Ну, офигеть. Окей, ладно, поехали, Квинс. Еще один алтарь. Как раз, чтобы поднять еще уровень жизни. Это небольшая прибавка, но все равно. Очень даже неплохая. Да я сюда и, в принципе, проеду, почему нет? Вот сам под колеса кинулся, я здесь совершенно не при чем. Дебилы! Суицидники тупые. Надо поспешить к Квинстону, может, правда, что-то серьезное. А я тут то за тачкой заеду, то за алтарем. Не, ну ты видел, что я еду, или как? Днище. Ждали. Чуете? Крыса? Да ну нахуй. Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mini. Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out Popstar Winston. I know he did. Oh, you're gonna do it alone. This motherfucker right here is a snitch. Is that right, Mink? You fucking rat. I sent you to Popstar, and now he's in jail. Yeah? And who stands to gain the most from that? You're gonna take over Popstar's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Popstar's gone, but you're still dealing, aren't you? А ты все еще торгуешь. Не продумал ты, сука, этот момент, да? На, сука! Пидор. Never forget that. You get in this business for yourself, you're bound to end up like little Lanta. Да пошел ты нахуй, Уинстон Чу. Гнить тебя в канаве, сука. Пиздец. У нас были реальные шансы встретиться с создателем. Но пронесло. Ёпта. Доброе утро, блядь. Как спалось? Слышал, крысы плохо спят. Давай,
бля. What the fuck? Не знаю, что там пришло, но дай бог. Сейчас умоемся, тогда посмотрим. Чё пришло-то? Реймонд, идите к Пинк, возьмите посылку, после этого в золотую рыбку. Бля, как скажешь, Реймонд. Тен, вероятно, убийство займёт... Ну, окей, без проблем. Короче, две миссии. Так, ну чё, давайте тогда к в кафе к Пинк. Нефритовую статуэтку. Вот, прослушка, 600 метров. Погнали. Вот эти блядские колоколы как раз таки и правообладатели заявили на них права, так что ну и в жопу. Воу! Чё ж вас так до хера-то? Блин, ну это не дело, звук лагает все равно. Странно. Надо, блин, покопаться в интернете насчет этой темы, потому что... Это нехорошо. Хотя это только в Sleeping Dogs, больше нигде. Может, в игре какая-то проблема. Не знаю. Короче, до следующей серии, наверное, разберусь с этой, с этим дерьмом. Пинг. Привет, девушка, мне нужен пинг. How about the owner then? I'm the owner. Just not Ping. All right, not Ping. Okay. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? I'll manage. My number's on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. Okay. То есть номерок еще одной девочки я, в принципе, получил, да? Это хорошо. Ходящий звонок от Рэймон. Чё это за хуйня? Стой, блядь! Поймайте вора. Так он, сумка покатилась. Стой, тварь! Тебе не уйти! Смотрите, как бежит. Ой. Вэй, что-то у тебя с паркуром сегодня вообще не то. Да стой ты, мудень. Он отрывается еще от меня, смотрите-ка. О, дама, ты куда? Ну ладно. Ну давай, беги, блядь! А нахера ему посылка моя? Вот вопрос. Заебал ты бегать. И богу заебал. Ну вот. You're going to die right here!
Давай ты, сука. Сдавайся уже, ну. Сука. А он хорошо, кстати, здоровье сносит. У меня был баф, по-моему, и он снес его полностью. Мощный типочек. Если таких будет несколько штук, то я думаю, это будет проблема. Возьмите сумку. Окей. А где он ее? В кармане, блядь, прятал? I got it. Our surveillance team reports that you should be able to get onto the roof from the construction site next door. Whatever you do, don't let them see you planting that bug. No shit. Okay, я понял. Тогда давайте... О, кстати. Тут же рядом есть... Да ну в жопу этот магазин. Сначала самолеты, потом девушки. О, какую штуку я теперь заимел. Круто, круто. Бесшумно угонять машину. И очень-очень быстро. А чё с камерой? Камера, ты упоролась? Спасибо тебе за это. Ну, тут одежку продают. Надо будет как-то заехать, посмотреть, может, что есть крутое. Гопнер. Гопхер. Гопхер. Охеренная марка машины, просто великолепная. Ну, по габаритам вообще даже на микроавтобус смахивает. Хотел сказать обычный семейник, но нифига. Вау. Вроде приехал. Давай, пацан, ушел отсюда. Возьми машину, если хочешь. Дарю. Нормальный прыжок. Чё, и как туда попасть? Fight, huh? Yeah. What? Nothing. Hey, don't try that shit. You got something to say, talk. It's too easy. This guy comes out of nowhere just when Dog Guy is pressing us. Old prosperity. I knew him when he was a kid. Это ты, конечно, зря так доверяешь Вэю, но... В принципе, я защитился и как бы отмазался. Поэтому все нормально. Hey, I'm getting some noodles from the kitchen. You want some? Sure. Why not? What kind? They're fucking noodles, Vincent. Whatever's back there. I kind of feel like pork. So get pork! You want pork too?
жучок откалиброван. Да я мастер. А, бля, еще замок взломал. А как? А, вот так. Вот это несложно. Бля. В мафии сложнее было в замки сломать, если чё. Красавельчик, просто. Кто еще так может? Портрет Вэйшэня. Окей. Психологический портрет, я имел в виду. Hello. Так, входящий звонок. Hey, не пинг. Wanna get together later? Почему нет? I'm curious about a lot of things. Well, I could do that. Meet you at the store? Yeah, sure. Why not? Окей, еще одна девочка. Нет, нефритовые статуэтки потом. 500, да? Ну тут, в принципе, рядом у меня нету... А, у такси есть. А я не помню, как такси пользоваться. Зажмите. Так, мне нужно... Сюда? Окей, ладно, тогда ты меня на парковочку закинь. Да. А там я уже разберусь. Заодно посмотрю тачки, какие тут продаются. Все, спасибо. 300 баксов. Нормально. О, еще деньги. Бля, где деньги? Сука! Пидор! Кто? Кто забрал мои деньги? Бля. Там лежал конверт, блин. Просрал. Ну ладно. Так, давайте сюда заедем и посмотрим, что за тачки тут есть. Я уже давно хочу присмотреть себе новую машинку. Точнее, не новую, а еще одну. Да, вот. Тогда я был просто на миссии, то меня не пускало. Чё ты продаешь? Говно? Говно? О, моя машинка. Это что, прайм? Это бизнес-класс? Говно ты продаешь. Конечно нет, блядь. Днище всякое продаешь. Я там, конечно, видел тачку за 600 штук, но, блин, пока у меня нет таких денег. Ладно, поехали, к ней пинг. Еще одна девушка, еще один приятный вечер. Бэйю, в принципе, обеспечен. Поэтому погнали. Вау. Не вписался чуть-чуть, подумаешь. С кем не бывает. Машину опять разбил. Ну ничего страшного. О, смотрите, какая штука. Давайте-ка эту... Не-не-не-не-не-не-не. Эту вскроем. То есть... Это моя машина? А, я ее просто, наверное, здесь оставил. Точно, я ж убегал отсюда. Привет, Непинг. There you are. Yeah, I'm back. Yeah, I thought I'd see if I could talk you into teaching me a few things. Okay, let's go.
Ну, окей, пойдем. Чему-то там хотела меня научить. First thing is make sure that the coast is clear. Better get rid of that cop somehow. Уболтать его, что ли? Давайте сделаем, дед. Excuse me, officer? Yes. What is it? Yeah, I saw what looked like a drug deal a couple minutes ago. Over there. Thanks for the tip, sir. I'll check it out. Да, давай. Занимайся этим делом. Drug deal, huh? Nchawa, I have to say though, the cops in this town are kind of dumb. All right. When I feel restless, I come out here and hotwire a camera, just for fun. Hotwire? Why not just hack it? I don't have the software to do that. Let me show you how the pros do it. I'll keep an eye out if the police come back. I don't think I can sweet-talk them like you did, though. У неё говорят, нет подходящего софта. Смешно. Я вообще с мобилы взламываю. Если чё. Почти как Watch Dogs. Только там эту тему вообще реально сделали намного пошире. Это сделали основной фишкой игры. Так, 8,6. Хорошо, сюда ставим в таком случае 6. А сюда 8. Сюда ставим 5. Сюда ставим... Иди нахер! 4, я не успеваю. Так, хорошо, сюда ставим 6. Сюда ставим 8. Сюда ставим 3. Сюда 2. Я должен успеть. Хорошо. В таком случае 2 здесь, 1 тут. Профи, ёпта. Impressive. How do you know how to do that? I have my ways. Not going to tell me? Maybe I can find a way to bribe you later. Ты куда? Подожди. So that was like pretty fun. I didn't know you were so into tech stuff. Yeah. You know, into all sorts of crazy shit. I bet. You know, I still don't know your name. What do you mean? Well, look at my address book. You're still just not pinged to me. That's cute. I like that. So you want to set me straight? Eventually. Most likely. All right. I guess we'll see what it takes to get it out of you. Eventually. Let me show you how the pros do it. Yeah? You going to show me how to hack a camera? Of course. Окей. Камеры теперь показываются, но это все, да? Я сомневаюсь. Так, давайте-ка посмотрим, может в книжке у нас не пинг есть. Нет, нету. Ну ладно. Что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео, всем пока, в следующей серии я попытаюсь исправить эти проблемы со звуком, точнее вот эти вот глюки с ним. Что ж, до новых видео, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых видео.